Ассаламу алейкум, жесть. Здорово, братишки, здорово, братишка, как сам, как движение? Движение нормально, свежий. А в общем, заучик посмотрел фильм вот этот, оскароносный называется, «Зеленый книга», жесть. С Вирго Мартинсен и Маршмеллоу Али. В общем, это очень астросоциальные афроамериканские взаимоотношения. Можно я своими словами буду говорить здесь? Зеленая книга, в общем, это такая специальный такой брошюр для черномазых, для того, чтобы... В смысле нельзя говорить черномазый. Я сам черномазый, я могу говорить черномазый черномазом. В общем, специальная книга, чтобы черномазый мог движение межины по стране Соединенным Штатам делать, чтобы как бы по разным берегам с вот этими с белыми американцами не состыковываться, чтобы не было там рамси, чтобы не возникали здесь. Я только вот единственное, я не понял, знаешь, какой момент, когда показали, что он пи***р. Что, нельзя говорить пи***р? Пи***ц. Тоже нельзя говорить. Пи***ц. Тоже нельзя говорить. Да что ты, блядь, будешь делать? А как можно? Гей? Это пи***ц придумали это слово, жесть. Ну, в общем, я не понял вот этот вот момент, жесть. Для чего, почему на сюженческой линии это никак вообще не влияет никак, жесть. Ну, а ближе к концу, братишка, если честно, я вообще с телочкой смотрел, как бы мы там уж начали делать, я там концовочка не видел. Но вроде как они там закорешили, стали нормальные, вот так вот кенты, терки-мерки делали. А, извините, я обещал без спиннеров говорить. В общем, фильм нормальный, жесть, только единственное, вот этот вот момент с вот этой геемским, вот этим, это специально, мне кажется, чтобы подлизать вот этим вот киноакомедикам, вот этим, чтобы дали вот эту статуэтку Оскарам. Ну, лично мое заурчик мнение, жесть, вы можете соглашаться, либо как бы, у тебя вариантов нету, жесть. Фильм «Зеленая книга» на один раз, жесть. Как бы нормальные фильмы в этом году жесть я пока еще не видел, да. Ну, кроме «Рэкетира», вот я посмотрел казахский фильм вообще от души, жесть, казахским братьям всем саламчик, жесть. И он, значит, такой хороший, нежный, такой вообще душевный катафей. И тут вдруг у него такие щупальца, как достали вот этот вот термостат, он съел, короче, жесть. Да, это вот капитанский Марвел, да, я смотрел, да, его Гуся звали, да. Он какой-то там, я не знаю, инопланетный баребух, не помню.